Ну вот и подошла к концу наша охота сегодняшняя. Мы ничего не видели. Там, ну как ничего, пару кроликов, одна или две белки проскакали. По-моему, я слышал двух фазанов, если это был не один и тот же. Ну да ладно. Хорошо ходится тот, кто выбирается вообще на охоту. Поэтому зверь — это не результат. Вот, давайте разрядим карабин, достанем затвор, чтобы не было личных вопросов. Ребят, что я хотел бы рассказать в двух словах, быстренько показать. Вот сошки мои, с которыми я охочусь регулярно, весят чуть больше килограмма, с прорезиненными упорами. Очень хорошие, удобные PH Yacht, да? Пользуюсь ими примерно полтора года и реально не сожалел об этом ни разу. Что бы хотелось отметить, показать лично от первого лица, то есть в момент похода с ними удобно, они легкие, удобные и не звенят, потому что все в одном, в одной, грубо говоря, пачке в руке. В лесах, например, в лесах, если необходимо сделать быстрый выстрел, я понимаю, конечно, что многие скажут, стрелять с рук, все хорошо, надо учиться стрелять с рук. С рук я стрелять умею, дело не в этом. Дело в том, что когда стреляешь с упора, всегда немножко более стабильнее и комфортнее производить выстрел. Ты в нем более уверен в этом выстреле. Именно поэтому, если вам нужно сделать быстрый выстрел примерно метров на 100, то вот они работают очень... Эти сошки, ну если не считать того, что он запутался в проводе, сошки работают очень хорошо и удобно, да? Точно так же они работают как двойные. Из такого положения можно стрелять смело до 200 метров, не напрягаясь. Ну и соответственно, если надо делать, грубо говоря, 200 и за 200 метров, то вот они превращаются, брюки превращаются такую хорошую опору, и стабильные выстрелы можно делать спокойно, спокойно на 500 метров, даже не задумываясь. Вот, вот в принципе и все. Да, выглядит как реклама, но, скажем так, я хорошо отзываться не буду о том, что мне лично самому не пригодилось. Вот, они даже за экстра 10 евро, они добавляют вот такую индивидуальную табличку, на которой могут написать все, что, в принципе, вашей душе угодно. Пока!